В Одинцовском округе прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На строительство детских садов и школ в бюджете на три года предусмотрено более 16 миллиардов рублей. Как сообщила заместитель главы администрации Одинцовского округа, начальник финансово-казначейского управления Людмила Тарасова, в планах муниципалитета возведение 5 детских садов, 5 школ и 3 пристроек. 8,5 миллиардов потратят на текущее содержание муниципальных учреждений образования.